Осенью этого года служба участковых уполномоченных полиции отметит 100-летие со дня образования. К вековому юбилею ульяновские полицейские приурочили восхождение на Сенгилеевские горы. В подъеме приняли участие сотрудники отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД, а также участковые Сенгилеевского района. Они поднялись на 300-метровую высоту, неся флаг России, Ульяновской области, а также флаг участковых уполномоченных полиции 100 лет на страже правопорядка. 17 ноября 2023 года в службе участковых уполномоченных полиции МВД России исполняется 100 лет. Службы наши. Любые горы по плечу, любые реки по колено. После подъема в горы участковые погрузились в служебный катер. На нем, отправившись от Сенгилеевского причала, участковые провезли флаги вдоль живописных берегов Волги.